За круглым столом не только руководитель фонда фундаментальных исследований и представители Краевого министерства образования. Здесь же сочинские ученые, ведущие в регионе исследования. Владислав Панченко рассказал, что на инвестиционном форуме подписано соглашение между Краснодарским краем и фондом. Региональные ученые теперь могут рассчитывать на более масштабную поддержку своих инициатив. Перспективные направления исследований озвучили в рамках круглого стола. Это не эфемерное размышление, подчеркивает Панченко. Современная наука должна решать конкретные задачи, которые волнуют людей. И вот в этом задача ученых – экстрагировать, понять из хаоса проблем, а какую задачу нужно научно решить. Математическое моделирование, геномные исследования, которые позволят реальную социально-экономическую проблему решить с помощью этого знания. Сочинский государственный университет выбран для такой беседы не случайно. СГУ выбран опорным вузом Краснодарского края и давно уже сотрудничает с фондом фундаментальных исследований. Тому подтверждение многочисленные гранты. Сочинский государственный университет по многим вопросам идет в тренде. Наши исследования, которые проводятся, они ложатся на те направления исследований, которые сейчас наиболее интересны для развития науки Российской Федерации, ну и, соответственно, для фонда. Кроме того, в рамках круглого стола состоялось расширенное заседание Президиума Сочинского регионального отделения Российского профессорского собрания, которое возглавляет ректор СГУ Галина Романова. Галина Моисеева, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.